подошли к концу соревнования по гимнастике, выступающие по программе второго и первого взрослого разряда. Возрастной группе 2002 года рождения по программе второго взрослого разряда первое место заняла Приданникова Дарья. На втором месте Лютикова Полина, ТЮЖ 35. На третьем месте Валерия Михалицына, Пермь. На четвертом месте Федосеева Полина, Самбо 70. На пятом месте Макарова Анастасия, ТЮЖ 42. И на шестом месте Милушкина Марина, ТЮЖ 86. Награждение проводит главный судья соревнований, судья международной категории Вера Сесина.